Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы так давно не играли в мир Дэнди. Вообще, помните, по-моему, в прошлый раз это когда Йоши полночи играл. Это да, да? Это перед полетом в Гаагу, по идее, было, да? А это было... Месяц назад. Мы месяц не играли в мир Дэнди? Не, о, ну господи. Мы играли, мы записывали вроде бы с директором. Да. То есть мы немножко там играли, но, типа, не так, как месяц назад. Ну да. Так вот, мы решили прийти, и есть одна небольшая идея, ну, чтобы было веселее. Сейчас очень много ребят играют, и они все такие прокачанные, и мы решили, что будет, если мы уберем тринкеты и станем Поппи без скина. А можно Бокстона без скина взять? Ну, или с там Бокстоном креветку? Хотя бы играют люди, а вот Поппи ну, ладно, их ладно. Так не любят. Слышь, ты переодевайся, палишься. Палишься, Поппи. Сейчас, вот, все. В общем, сейчас пойдем на общий сервер и посмотрим, захотят ли вообще с нами играть. Но суть в том, что мы переоденемся сразу же, ну, вернее, переоденемся, возьмем какого-нибудь прикольного персонажа, в зависимости от того, кто будет в лифте, и тринкеты. Но это надо успеть еще взять, поэтому я, ну, надеюсь, что хотя бы ребята удивятся. Ну что, пойдемте? Итак, ребят, мы специально нашли сервер, где не говорят по-русски, чтобы нас никто не узнал. Бегут куда-то! Бегут! Даже скорее, ой, блин, на испанском не успели. Не успели. Они там собирали команду, но у них есть одна Поппи. Да. О, как? О, смотрите, а там... сколько... А, вот они, да-да-да. Что за бильярд? Команда Тудлс. Там кто-то ушел уже. Капец, вон они, пойдемте к ним. И они убежали. Ну мы хотим с вами поиграть, возьмите нас с собой, возьмите. Что, пойдем? А вот вроде как бы раз здесь три места. Успеем? Нет, не успеем, уже два места осталось. Йоша, а ты где? Ладно. Я тебя узнать стою. Не могу. А что ты не с нами ходишь? Поппи должны держаться вместе. А. Ну да. Там шесть тудлс пошли на этаж, ну это прикольно, да. Конечно. Так, ну где остальные? Вот, смотрите, а тут все тут ушли, собираются. Как будто бы... Собираются. А, все, пришли. Говорят, что... Они хотят собрать команду губов и царапок, что ли, или как? Ну, явно уж не Поппи. Непонятно. Я хочу команду Поппи. Возьмете с собой? Я бы тебя не взял с собой. В смысле? Я бы и себя с собой не взял. Почему? Да. На Поппи-то? Я считаю, что нам надо с кем-то пойти. Смотри, там собака куда-то идет. Собака идет. Пойдемте с собакой. Что думаете? Они не выйдут? Сейчас смотрим, выйдут, кажется, не выйдут. Сейчас они выйдут. Они не выходят, они будут играть с тремя Поппи. По собаке вышли! Я же сказал, они очевидно. Они вышли, ребят, буквально. Они буквально. Прям, да, в самом конце вышли. А, с нами остался один человечек. А нет, два. Два человечка осталось. Ну что, будем их удивлять? Посмотрим, что мы сможем предложить. Ну, можем попробовать. Но пока они не выходят, возможно, они хотят поиграть. Так, ну я буду пеблом, тогда поехали. Я буду Ви. Ботинок и плюшка. Ну что? Интересно, у них будет хоть какая-то реакция? Ну, я надеюсь, если будет, то мы ее поймем хотя бы на английском, потому что там были испанские ребята. Здравствуйте. Шарик. Летает, смотрит. Ну чё? Моль. Что скажете? Ну-ка. Ничего не напишет. Что скажете? Она с сумочкой? Ничего. Ничего, вот это игнор. Вот это да, ладно. Не очень они коммуникабельными оказались. Ага. По-моему, они уже и дамажатся. Это я дамажилась, это я пыталась спасти. У меня был план спасти, но в итоге он не получился. Ну ладно, ну вернее, меня укусили вместо бабочки, бабушки. Так, ну если честно, как-то мне это немножко не нравится. О, бежит. Бежит. Напугаю. Сейчас отдам тебе. Ой, куда она пошла назад, эта бабочка? Господи, вы видели? Ой, я думала, что это залагающая бабочка. Кошмар какой-то. Неожиданно. Да, Дэнди еще ничего не приносит. Ну, все как всегда. В мире Дэнди все как всегда. Но я собака с одним сердечком. Ёж, без сумочки. Да. Укусить тебя за шарф. Нет. Ну, а что? А что? Кто меня хилит? Что? Я почти накопил. А, да? А, ладно. Да. Но сейчас в любом еще случае, один этаж и все. Хотелось бы, конечно. Хотелось бы, конечно, общий сервер, чтобы как-то вот еще кто-то хотя бы отреагировал. Вот, возможно, они подумают, что та собака, которая вышла, это я, и ничего не изменилось на самом деле. Mm-hmm.
Опять креветка и Тиша. Главное сейчас не попасться. Но, возможно, возможно, стоит. Что, честно, я ожидала просто какую-нибудь вот реакцию увидеть. Да просто играют, как будто и без нас бы так же играли. Слышь ты, клубника, чё тут ходишь? Кушаю. Кушаю? А если меня сейчас кушают, то что? Не надо. Не надо, она мне почти скушали уже. Полусъеденная собака. Там Тудлс пришла на меня, посмотрела и ушла. Это что вообще? Я всегда хотела попробовать... водить немножко другим способом. Коробка на моем пути оказалась. Не вышло. Но в любом случае нам не поздно попробовать еще раз, судя по всему. Да. Так, ребят, скорее нужно переодеться. Ой, я забыла, что нужно переодеться, так, господи. Так, тринки ты убрать. Все, теперь можно бежать, теперь можно идти. Тут кто-то собирает. Не, Ульяна, тут прям у всех на глазах переодевалась. Ну так вообще как-то да. Так могут и запомнить. Что, я не виновата. Я забыла. Там уже какая-то Поппи пошла, посмотрите. А мы к ней пойдем? Может, нет. Ну ладно. У них тут, слушайте, а тут так, действительно флешмоб. Какой-то, да, флешмоб. Смотрите. Но мне кажется, мы их не удивим, потому что они на Тише играют все. Ну, на Тише. Вернее, хотят. Ну, Тише — это прикольно. Ну, вообще, да, очень. Сколько у них там Тише. Я видела, кстати, забеги вот эти в Мири Дэнди, где были огромное количество этажей пройдено, и там была Тише. Так, ну нам надо пойти с кем-то, вот, например, с этой Шелли. Она выглядит знающей. О, смотрите, Астра пришел. Да, тут еще пришел. И Губ, вот Губ. И Ви. О, Губ зашел, Губ зашел. О, пойдут? Ну, пока что это выглядит... Нет, не пойдут. Так, надо следить за ними. Пойдемте, может стоит поговорить... О, господи, Астра исчез на глазах. Может, как-то вот стоит с ними вот походить. Мы и так ходим. Ну, да, мы прям по пятам за ними. Я жду, что кто-то начнет собирать команду. И мы такие, я, ABC. Или что там еще говорят. Я, кажется, действую на нервы этой Ви. Смотрите, она убегает от меня буквально. Буквально улепетывает. Ви, подожди, я с тобой. О, смотрите, собака появилась. Еще и в скине за Робокса. Ага. Ничего себе. Она точно не захочет с нами играть. Пойдемте ее преследовать. Мне кажется, она выйдет прям вот как в прошлый раз. Вышли ребята. Собака бежит. Собака. О, нет. Мы все туда, не поместимся. Скорее. Я успела. Нет. Ну нет, ну что вы. О. Ну ладно. Да это я вышла, Ульян, выходи. Ой. Опа, они только, не только вышла, еще и не смотрели, зайти, куда-то может уходит. Зайти? А ладно. Да, они уходят, все, уходят. Все, они все передумали. Просто... Так, ну мы будем рядом с собакой, да, стоять? Да, они заходят, заходят. Не успел? Успел. Мы успели, но мне кажется, они сюда будут выходить, смотрите. Да, они выйдут, конечно. Они выйдут? Последнюю секунду, да? Нет. Нет? Ух ты, смотрите. Так, ну раз у нас есть в команде собака, кем мне быть? Ну, а кем ты еще была? Можешь Шелли? Я буду... Шелли можешь. Шелли? Ага, хорошо, надо успеть. А что берет Шелли? На откат способности, кажется, да? О, господи, я не успею. Я не успею. Так, ну что, поехали. Шелли. Так, скилл-чек, это что у нас? Это вот это увеличительное стеклышко, да? Ага. И что еще? Ладно, возьму на... Медалька. Вот она, точно. Ха, успела. Так, ну тут что-то пишут. Тут кто-то будет биться головой о стенку. Не знаю, это к нам применимо или нет. Не знаю, 95% на Шелли говорит, а у меня уже есть. Но вот это похоже на хороший забег, но почему никто не отреагировал? Не удивился, да. Да, капец, она медленная, ребят. Так, ну собака вроде работает у нас, и Губ тоже. Так, а где вы? Кому помочь? На кого нажать? Так, ну Губа я не хилю. А что он сделал, Йоши? Ну как, съел мою еду, очевидно. А я, кстати, чуть не съела шоколадку, но я сдержалась, я даже не успела подобрать ее. Поэтому мне повезло, можно похитить. Где собака? Собака, работай!
Собака не работает. Нет, работает, пошла работать. У нас два губа, ты какого не хилишь? Праздничного? Который черно-белый. А. Он съел только что то, что у тебя забрал и просто стоит. Нет, он еще что-то украл, потому что ага. Он при мне съел то, что типа у меня забрал. Я не знаю зачем, потому что, ну, ага. Он просто стоял на месте и съел предмет на, ну, там, типа, на выносливость. Это вот из тех самых губов, которые там потом мне скидывали просто ТикТок, типа, почему все думают, что губ должен дистрактить? Ну, там вот если посмотреть на характеристики, там, в принципе, ответ на вопрос этот есть. Если вы играете самостоятельно, играйте как вам нравится. Если вы идете с кем-то в группу, то, ну, там, может, с друзьями играете, пожалуйста, играйте как вам нравится. Но если вы с рандомами идете, то уж будьте любезны. Если... О, смотри, он забирает. Не, я... Ладно, я не буду, мне лень. Мне лень, правда. Сейчас если вы играете с рандомами, вы уж как-то, ну, выполняете свою позицию. Он еще пластырь забрал. Если вы губ забрал. Дистрактите, собаки если... Не, не, это да, другой, это пускай. Другой губ. Это но другой. Они оба похожи, видимо. Ну да. Не дал собаке пластырь, вы понимаете? Ну вот это примерно... Ой, еще а пластырь? Вот тут еще один пластырь, и тут еще и аптечка. Ого. Да. А что собака не берет? Она в другом поэтому, месте, конечно, вот эти вот раны на общих серверах это проблема. Поэтому, ребят, у ну, кого да. еще работает, так сказать, Discord, там... Ты что делаешь, собака? Она меня еще чуть не убила. Смотрите, сейчас губ еще пластырь заберу. А, нет, ладно, не забрал. О, смотрите, у нас хороший разговаривающий Роджер. Он говорит, что здесь есть пластырь. Но почему-то никто его брать не собирается. Скажи, он на нас хочет видимо, в этом была вот, суть. Вот, ребят, пожалуйста, если вы играете на губе, если вы играете с рандомами, не будьте как этот губ. Не, пожалуйста. А его укусили. Да, конечно, чё ж тут. Блин, не могу дотянуться даже. Ой, собаку укусили! Собака укушена! Да. Ладно, а где последняя машина? А, вон там последняя машина. Сейчас, приду, нажму. Кто, Лёша, ты? А, ну, блин, ну что ж такое-то? Как думаете, до какого этажа они вообще... Нет! Господи, ты жива? Да, я обошла просто. Ага. А кого укусили? Тебя укусили? Не, ну да, это все. Нет. Как его? Собака. А где она? Собаку съели! О, блин, господи. Вот как чувствовала, что надо становиться собакой. Да. Пебл? Ну да. Это какой губ, нормальный или не совсем? Да тут оба, честно говоря, с приколами. С вопросиками. Ага. Да, ну что, губы, вы остались, теперь вы вводите. Ой, тише пошла. Я жду сообщения, типа, я не буду дистрактить от губа. Ну не знаю, я, по-моему, классно водила на губе. Ну мне, по крайней мере, нравилось. Не знаю, нравилось ли тем, кто со мной играл, но мне заходило, меня не ели. О, смотри, что-то водят. Не, они все хавают. А, да? Я не могу, это вообще такая клоу надо. И причем, ну, если бы им нужно было что-то, я вообще не против. Но они просто хавают. Они вживаются в роль клубнички, по-моему. Ну да, повожу, если вдруг там попадется, да? Ага. Второго ловить не буду. Не пойду ходить вожу вот сюда, где души, место для а вождения. Так я экстрактор. Кстати, насчет губов и вождения. Вот мы сегодня уже упоминали. Ага, опять какой-то губ укушен был. Упоминали сегодня тот забег, где Ёши жил очень долго. До какого этажа вы дошли? Ой, 48-й, по-моему. Ну, в общем... Ну, это типа не прям круто на самом-то деле, потому что ребята там на просторах англоязычного Ютуба доходили в первый месяц, там, когда мы только начинали играть, они уже доходили до 100-го, там, до 200-го этажей, играли весь день тупо, ну, то есть там прям жуткие какие-то цифры. Это да, но я просто хотела сказать, что тогда водителем был как раз-таки Губ. Да, так Губ отличный водитель. Да. Но не все. Ну, в смысле, как герой. Ну, да. А-а-а! О, надо же, спасли. Знаете, я подумала, что, наверное, стоило нам оставаться Поппи. Просто... Да. Просто интересно, насколько бы мы... Опа! Так. Кто там съел коробку шоколада? А, это Губ. Господи, сумасшедший. О, господи. Я не злюсь. Просто я не хилю Губа. Возможно, он ее купил. Возможно, он ее купил, Ёж. А, ну да, она могла быть. Да, по-моему, была. Была.
Там же Ульяна водитель теперь. Ульяна, ты съедена? Да я умру сейчас, конечно. Ты чё, почему? Да потому что мне натравили персонажей. Ну да, губ привел или как. Ну, в общем, в итоге... Да, пойду я сделаю машину, ребят. Я думаю, что, наверное, на этом мы будем заканчивать наш эксперимент. Если у вас есть какие-то прикольные идеи для игры в мир Дэнди, может быть, вы хотите, чтобы мы попробовали сыграть на каких-то определенных персонажах. Ну, вообще, очень не хватает обновления в игре уже давно. Да. Да. Так что, если у вас есть какие-то мысли, вы можете писать их в комментариях. Ну, а на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Меня сейчас сожрут! Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!